В Лутау больше 2 миллиардов тенге удалось вернуть гражданам, пострадавшим от действий аферистов, которые продавали массажные накидки и кресла. Организаторы устроили розыгрыш билетов среди жителей города и пригласили их на демонстрацию новинки. В итоге люди, поверив аферистам, купили устройство, переплатив за них в 3 раза. Родители приобрели кресло, оно стоит 100 тысяч тенге. Они моим родителям продали за 1 100 000. Мы, получается, туда в агентство к ним звонили. В департаменте по защите прав потребителей пояснили, что в соответствии со статьей 14 закона о защите прав потребителей, покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара обменять на другой товар или вернуть деньги. В случае, если продавец, приняв претензию, не отреагировал в течение 10 дней, гражданин может обратиться с жалобой в департамент защиты прав потребителей. Можно также обратиться с гражданским иском и в суд. Мошенники приглашают людей, обычно пенсионерам, пожилых людей, и устраивают там шоу, программы, и потом подарки делают, и продают своих массажных накидок дороже. Потребители нам обратились, мы помогли